Меня зовут Руслан Радикович, я начал физиотерапевтом, работаю здесь с 2005 года. Начинал еще санитаром, потом медбратом, все в одном отделении реанимации. Закончил институт, приехал сюда, мне обещали, что я приеду, буду работать в новой больнице. Прошло уже 5 лет, я работаю врачом, больницы нет. Больница старая, 56-го или 57-го года постройки. Мне страшно за то бездействие и разгильдяйство, которое в течение многих лет происходило по поводу строительства больницы. Мы разбирались в правительстве детально, потому как, собственно говоря, складывалась история, закладки соответствующих средств, проектирования. Она, кстати, была не с 13-го, а с 11-го года. Потом с 13-го года обещания и деньги, которые так или иначе были заложены в строительство новой инфраструктуры, почему-то оттуда исчезали. Очень много безалаберности было у подрядчиков, которые просто ничего не успевали сдавать. Только в том году мы видели, что 2,5 миллиарда также сняли с этой больницы. Это какое-то вот наваждение. На сегодняшний день мы знаем, что стоимость, значит, ценок сегодняшнего года, которая прошла экспертизу, проектно-сметной документации нового корпуса больницы, это примерно 13,9 миллиарда рублей. Вот я сегодня вам обещаю, что мы по приезду с, в первую очередь, вице-премьером Хуснуллиным Маратом Шахидзяновичем, да, с Министерством, значит, строительства и ЖКХ будем на контроль ставить полностью эту стройку.